единственный нормальный так. выход по раздаче масок там. За чей счет? Слушайте, конечно, за счет государства. И да. это вообще где, никаких где проблем с этим нет. Алексей Александрович, смотрите. Только от Китая там больше 100 миллионов этих масок в виде гуманитарной помощи. Понимаете, они что, продаются или раздают? 100 миллионов на сторону, это вообще ни о чем. На самом деле, вначале не хватает медицинских масок, 8 миллионов в день продают. 8 миллионов производится масок в день. Понимаете, мне вот что напоминает с масками. Мы же здесь сидели месяц назад ровно. И врачи нам говорили, что маски, они вообще ну, абсолютно почти не нужны. Вот, да. Понимаете, вот мне что напоминает, как в Советском Союзе, когда кофе пропало, все врачи вышли и рассказывали, как плохо пить кофе. И от него будет очень много проблем. Как только появилось, все сразу стали говорить, как классно его пить. Вот то же самое и с маской.